Сегодня у нас последняя лекция в этом учебном году, в нашем курсе нынешнем. Сегодня, как мы заранее планировали, анонсировали лекцию на тему чинопоследования Божественной Литургии, должен был провести отец Андрей Ткачев, но его внезапно вызвали служить молебен у мощей святителя Николая в храме Христа Спасителя. Поэтому вместо него сегодня наш насельник и иеромонах Андроник. Отец Андроник, вам слово. Здравствуйте. Поскольку у нас такая произошла внезапная замена, изображений сегодня у нас не будет, придется все представлять в голове. И нам нужно сегодня постараться достаточно компактно за одну беседу с вами разобрать чинопоследование Божественной Литургии. И разбирать мы его будем не столько для того, чтобы понять все тонкости исторических перипетий развития обряда, а для того, чтобы понять, кто зачем куда пошел, какую молитву прочитал, вот, для того, чтобы в богослужении участвовать более осознанно и понимать, что вообще в храме происходит и почему. Начнем с того, что чинопоследование литургии началось с самой Тайной Вечери, когда Господь преподал своим ученикам свои тело и кровь. Причем предполагается, что на Тайной Вечере Господь, раздавая первый хлеб, который Он преломил между учениками, сказал: «Это мое тело». Потом была вечеря, на которой Он беседовал с апостолами, и уже в конце вечери, скорее всего, Он преподает им чашу со своей кровью. И с богослужения Тайной Вечери начинает развиваться христианское богослужение первых веков. Первые службы литургии происходили в достаточно свободном порядке, были несколько обязательных частей – это чтение и толкование Священного Писания, что было заимствовано из синагогального богослужения, молитвы над хлебом и вином, которые были обращены к Богу Отцу, и совместное причащение. Помимо этого могли добавляться псалмы, какие-то отдельные молитвы. Вот вообще в Древней Церкви было еще такое пророческое служение, и вот в древнем источнике Дидахи, учении 12 апостолов, говорится о том, что пророкам, которые имеют такое служение пророческое, необходимо давать благодарить, то есть молиться столько, сколько они захотят. Поэтому литургия, она была такой не устоявшейся, у нее не было четкого чинопоследования, но были какие-то основные моменты, которые везде были одинаковы. Вот. Ну вот то, о чем мы говорили, это чтение Писания с толкованием, молитва Богу Отцу о хлебе и вине, чтобы они стали телом крови Спасителя, часто ходатайство о всей церкви в этой молитве и совместное причащение. В разных частях христианского мира литургия развивалась своим путем по-разному и впоследствии зафиксировалась в некоторых местных традициях. И сейчас в нашем православном богослужении совершается обычно две литургии. Это литургия святителя Василия Великого и Иоанна Златоуста. Важно сказать, что, естественно, эти литургии не были написаны с нуля ни святителем Иоанном Златоустом, ни святителем Василием Великим. Они берут существующую традицию, в которой находятся, и молитвы, которые они знают, приводят к какому-то единообразию, фиксируют те молитвословия, центральные молитвословия литургии, которые до них дошли, собственно, приводят их в некоторую такую четкую последовательность. И уже с этого времени в нашем богослужении есть эти две литургии. На самом деле литургии было больше. Известно, что на православном Востоке была литургия апостола Иакова, литургия апостола Марка из известных. Было еще множество разных литургий, некоторые из них сохраняются до сих пор в монофизитских церквях. Вот, западная литургия своим чередом развивалась, и, кстати, на Западе при формировании богослужения литургии, которое называется месса от слова приношения латинского, было больше вариативности, чем на Востоке. Мы с вами будем, конечно, разговаривать о той литургии, которая у нас сейчас есть. К слову сказать, и литургии Иоанна Златоуста, и литургии Василия Великого, они отличаются по составу молитв, но чин,
То есть действия, которые происходят на литургии, одни и те же. Это чин византийский, чин восточный. Этот чин имеет начало преимущественно в храме Святой Софии Константинопольской. Вот та литургия, которую мы приняли у греков, это богослужение Великой Церкви называется. Поэтому у нас до сих пор в богослужении сохраняются такие воспоминания о том, откуда мы, собственно, заимствовали чин. Например, у нас поставляются чтецы, свеченосцы, когда вот постриг в чтецы происходит, у нас на выпуске, кто будет присутствовать в семинаре, увидит этот чин, там поставляются приходящие в чтецы Великой Церкви. Вот. Так вот, Великая Церковь – это терминологически главная церковь Константинополя, Святая София. И богослужение на Русь пришло как раз из Святой Софии, там оно сформировалось, и поэтому мы, когда будем говорить о литургии, мы будем обращаться немножко к истории вот этого главного кафедрального храма Константинополя. Так вот, наша литургия восточного обряда очень сильно зависит от архитектуры и устройства храма Святой Софии. Что важно отметить вот для нас? В этом храме было такое же примерно деление, как в наших храмах сейчас. Это алтарь, основная часть храма, притвор. Было еще молитвенное пространство, называемое двором. В этом дворе был такой бассейн с фонтаном. Вот. Например, нужен был для того, чтобы в жаркие дни можно было охладиться. Вообще это такие дворы с водой были во многих домах богатых, ну и, соответственно, ставились в больших храмах. Ну, а, например, на праздник Богоявления вот в этом вот фонтане освещалась вода, и оттуда уже вода разносилась по домам. Вот в этом дворе тоже совершалось богослужение, могло начинаться богослужение перед входом на совершение самого таинства. Кроме того, важно отметить то, что в Святой Софии не было того жертвенника, который у нас стоит в алтаре слева, на котором приготовляются дары для совершения литургии. Стол для приготовления хлеба и вина был вынесен в отдельное помещение. Он также был слева, но не внутри алтаря, а слева от самого храма. Было отдельное круглое помещение, которое называлось сосудохранилище. Там хранились и сосуды, и святыни, и в том числе приготовлялись хлеб и вино, совершалось проскомидия. Амвон храма Святой Софии тоже отдельный интересный момент архитектуры. Амвон находился по центру храма. Но что такое амвон? Амвон – это некоторый выступ сейчас у нас перед царскими вратами. Да? Так вот, в древности, не только в Константинополе, не только в Святой Софии, амвон был возвышением по центру храма. И солией называлось не пространство перед иконостасом, а пространство от царских врат вот к этому амвону. То есть от царских врат вперед была такая дорожка, которая вела к возвышению. Вот, на этом возвышении произносились ихтиньи, читалось Священное Писание. Для чего это было? Амвон находился по центру, амвон находился на возвышении, с него было удобно слушать Священное Писание, с него было удобно слушать ихтиньи. А в маленьких храмах такой необходимости не было, и поэтому постепенно в небольших храмах амвон присоединяется к солии и становится прямо перед царскими вратами. Ну, а впоследствии такая традиция уже сохраняется и в больших храмах. К слову сказать, архиерейское богослужение сейчас сохраняет многие элементы богослужения древнего, и именно по архиерейской службе очень удобно следить за чинопоследием литургии, потому что есть такие параллели с богослужением Святой Софии. Но вот, например, те, кто помнит архиерейскую службу, вы помните, что в начале литургии архиерей стоит по центру храма на таком возвышении, которое называется кафедра. Вот строго терминологически это не совсем правильно, потому что кафедра переводится как «седалище». Вот. И, строго говоря, кафедра – это тот стульчик, на который архиерей садится во время антифонов. А вот это вот то, на чем он стоит, должно называться амвон. По-хорошему. Вот. Потому что это возвышение по центру храма. Именно поэтому на архиерейской службе диакон идет читать Евангелие на эту кафедру, потому что она становится таким продолжателем традиции древнего амвона, который стоит по центру храма, из которого, собственно, Священное Писание должно читаться. Кстати, с амвона же со времени Иоанна Златоуста произносится проповедь. Вот. Но об этом мы скажем чуть позже, когда поговорим о великом входе и чтении Евангелия.
Итак, начало литургии. Сейчас мы привыкли к тому, что литургия начинается с возгласа «Благословенно Царство». Этот возглас сейчас присутствует в тех чинах, где у нас совершается причащение. То есть это сама литургия, это литургия прежде священных даров, то есть вечерняя с причащением, это крещение, потому что по логике крещения человек после крещения должен причаститься. Вот, ну, как бы это естественно, он вошел в новую жизнь с Христом, и ему хорошо бы вот сразу со Христом соединиться. И таинство брака. Интересно то, что чинопоследнее таинство брака достаточно позднее, только оформилось оно достаточно поздно, но там есть элементы, которые напоминают о литургии. Поется «Отче наш» и преподается общая чаша, которая, скорее всего, должна быть после причащения. Вот. Но вообще брак как таинство предполагает совместное причащение венчающихся, скорее, ну, сейчас вот в нашей практике до венчания супруги стараются быть на литургии, вместе причаститься, а потом уже совершается этот чин. Но вот на этом чине также начальный возглас «Благословенно Царство», потому что есть параллели с причащением. В древности литургия начиналась не с этого момента. Литургия непосредственно начиналась с Тресвятого. А вот эти молитвы, которые идут до Тресвятого, совершались в праздничные дни, когда совершались богослужебные процессии. В Константинополе была традиция совершать богослужебные процессии к храму Святой Софии или к тому храму, в честь которого сегодняшний праздник, который, например, отмечает свой престольный день. Для чего это было нужно? Есть такое предание, что святитель Иоанн Златоуст ради того, чтобы бороться с арианами, начал устраивать такие крестные ходы. Ну, возможно, но, скорее всего, это было для того, чтобы людям было как-то радостнее, удобнее приходить на службу. Вот, потому что просыпаешься ты утром, понимаешь, что идти никуда не хочется, а вот по соседней улице вроде как идет крестный ход. Ну, вроде как идут, ну, к ним присоединиться можно и с ними вместе дойти до храма. Так как-то веселее, радостнее, и в это время еще будут псалмы петь. Вот. Кстати, очень неплохая традиция для тех храмов, которые, знаю один храм в одной епархии кафедральной, который находится далеко от всех остановок. Вот. И поэтому там от силы человек 30-40 на воскресных богослужениях. Вот. Можно было бы вполне себе такую традицию тоже завести и от ближайшей остановки делать крестный ход. Народ бы с удовольствием ходил. Вот. И на службе, наверное, людей было бы больше. Так вот, во время этого хода поются псалмы и совершаются некоторые прошения молитвенные с многократным повторением «Господи, помилуй». То есть мы сейчас в нашей церковной традиции, например, 100 раз подряд «Господи, помилуй» поем только один раз в год, и то в случае, если в день воздвижения креста совершается особенный чин воздвижения. Да, там вот есть 100-кратное повторение «Господи, помилуй». На литии у нас по уставу, например, «Господи, помилуй» повторяется 40 и 50 раз. Это, опять же, связано с тем, что лития совершалась вне храма, и вполне возможно, во время вот этого движения к месту совершения литии совершались эти прошения. У нас сейчас отголоски этой традиции остались сугубо их тени, когда мы повторяем 3 раза «Господи, помилуй». Вот. На самом деле, надо бы 100. Вот. Но нас пожалели, поэтому всего 3. Вот эта вот традиция совершения прошений молитвенных с многократным повторением «Господи, помилуй» и с пением псалмов у нас сейчас отражается в начале литургии, когда мы слышим пение псалмов, перемежающиеся с малыми ихтиньями. После возгласа «Благословенно Царство» начинается великая ихтинья. Великая, потому что большая. Да, по-славянски «великий» – это «большой». Эта великая ихтинья также в древнем богослужении могла предварять Тресвятое, то есть само начало литургии. Но поскольку вот века с 14-го антифоны уже устоялись в нашем богослужении даже тогда, когда не совершается крестный ход, то эта великая ихтинья сейчас занимает место вот в самом начале службы, вот, потому что антифоны уже в нее вошли. А дальше поются вот те самые антифоны. Ну, слово «антифон» обозначает
как бы дословно противопение. Вот, то есть это такая форма пения, когда два хора исполняют поочередно стихи. Вот, у нас эта традиция временами тоже встречается, бывает на одном клиросе делится на две группы. Вот, ну, даже если псалмы так не исполняются по форме, название за ними закрепилось. Антифоны сейчас бывают трех видов. Антифоны праздничные, особенные псалмы с своими припевами, которые мы слышим на господские праздники и на некоторые праздники Богородицы Великие, в зависимости от традиции. Есть антифоны будничные, они, кстати, не везде исполняются, но сейчас вот постепенно эта традиция все больше распространяется. Опять же, это псалмы с припевами. Есть антифоны изобразительные, так называемые, их мы слышим чаще всего. Это антифоны, которые начинаются первый. Слово второе, «Славим, благослови, душа моя Господа», второй антифон, 145-й псалом, «Хвали, душа моя Господа», да, и третий антифон, «Пение заповеди блаженств». Что стоит сказать об антифонах? Вот изобразительные антифоны представляют собой целый псалом, а вот антифоны праздничные и будничные, они ближе к древней форме антифонного пения, когда поется стих, а к нему поется припев. Вот, ну, например, на празднике, вот сейчас будет Вознесение скоро, на службе будут петь праздничные антифоны. Да? Стих, потом «Спаси нас, Сыне Божий», молитвами Богородицы, да? Там, на первый антифон молитвами Богородицы припев, на второй антифон, в зависимости от праздника, вот будет «Вознесись во славе, поющие тебе, аллилуйя». Да? И на празднике третий антифон исполняется с припевом каким? Если вот внимательно присутствовать на богослужении, вы слышали, что во время праздничной службы на литургии в день Господского праздника многократно поют тропарь. Да, и в это время происходит вход. Вот тропарь – это и есть припев к третьему антифону. Читается стих, обычно чтец его читает, и к нему припевается тропарь праздника. Потом, какая еще особенность, например, праздничных служб, в отличие от всех остальных? Обычно, когда совершается малый вход, поется «Придите, поклонимся». Да? И к нему припевается «Спаси нас, Сыне Божий», в зависимости от дня тоже, там «Воскресе из мертвых», например, «Поющие тебе аллилуйя». Вот это вот «Спаси нас, Сыне Божий», «Воскресе из мертвых, поющие тебе аллилуйя» – это, по идее, припев к третьему псалму. То есть это вот «Придите, поклонимся» становится стихом. А на праздничной службе у нас припев «Тропарь». Соответственно, диакон читает такой входный стих, да, так называемый. Вот, и после него еще раз поется, ну, последний раз, как бы заключительно поется этот тропарь, а после него уже поется кондак праздника. Вот эти вот три антифона перемежаются малыми иктиньями. То есть это напоминает нам о древней традиции такого большого крестного хода перед богослужением. Есть еще особенные песнопения, которые мы также все на службе слышим. Это «Единородный Сыне». Песнопение «Единородный Сыне» приписывается в богослужебную практику его, скорее всего, ввел император Юстиниан. Это песнопение изначально становилось припевом к третьему антифону. И именно во время «Единородной Сыне» в древности происходил вход. Впоследствии это песнопение переместилось после второго антифона, где мы его сейчас и слышим. И оно стало таким последним припевом ко второму антифону. То есть мы поем «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Это стих. Вот. И после него еще «Единородный Сыне». Вот особенно на праздничных службах это чувствуется, что «Единородный Сыне» – это припев. Потому что у нас идет стих, припев праздничный, стих, припев, «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Единородный Сыне». Это такой заключительный припев второго антифона теперь. Во время третьего антифона чаще всего это заповеди блаженств, да, которые начинаются со слов «Во царстве Твоем помяни нас, Господи, и когда придешь во царстве Твоем», потом уже перечисление идет, да, евангельских заповедей. В это время происходит малый вход. Вот малый вход нужен для чего? Если мы представим себе Святую Софию, древнее богослужение, вот эта процессия с псалмами подошла к храму. А теперь нужно в храм войти. Вот, собственно, вхождение в храм, а духовенство входит в алтарь, вот этот вот процесс, собственно, называется малым входом. На архиерейской службе также вот вы видите, что архиерей остается в центре храма до третьего антифона, собственно, до момента входа, и только потом заходит вместе со всеми. Вот в древнем богослужении вообще все духовенство заходило именно в этот момент.
Вместе с этим могли брать Евангелие и как раз класть его на престол. Вот, то есть оно приносилось из сосудохранилища, и вместе с Евангелием уже заходили в храм. Интересно то, что облачение священников происходило как раз перед этим входом. Вот, и у нас сейчас, поскольку священники облачаются до литургии, у них есть еще такой свой малый вход, это входные молитвы. То есть и строится он примерно по тому же принципу. Ну, начальные молитвы, там 30-й поучи наш, потом тропари, а во время входа как раз поются тропари. Вот, целование икон, что вы тоже на малом входе видите, священники перед тем, как войти в алтарь, не целуют иконы. Вот, и такие входные молитвы перед литургией у священников, они заканчиваются особой молитвой для совершения таинства. Вот, таинство. Так вот, этот вход малый совершается во время пения третьего антифона, и все духовенство постепенно проходит в алтарь. Что происходит в этот момент? Вот те, кто был на патриаршей службе или смотрел трансляции патриарших служб, знают, что в этот момент начинается поминовение предстоятелей всех поместных церквей с припеванием «Многое лето». Так вот, это такая светская традиция, которая проникла в богослужение, приветствовать входящих. Да, приветствовали и входящих чиновников, то есть императора и высших сановников, и архиереев. Вот. Причем, ну, кто знаком с древней культурой, знает, что для того, чтобы прокладывать дорогу знатным чиновникам, нанимались специальные люди, которые покрикивали на людей на улице, говорили, что вот, значит, идет, несут носилки там с кем-то вот, очень важным, вот, и приветствовали его, кричали ему вот, здравие, выкрикивали ему пожелание в здравии, пожелание вот, благовсяческого благополучия. И вот это вот многое лето наше, которое до нас дошло, это вот такое пожелание благополучия тому человеку, как бы, которого мы встречаем. Вот, и заходя в храм, архиереи слышали вот это вот многолетие. Вот, причем поминались не представители поместных церквей, а поминались вот те, кто входит. Вот императоры помянули с семьей, прокричали ему многое лето, патриарха, там пошли потом митрополиты пошли, ну, Святая София, много, да, архиереев. И вот начинается вот такое вот бесконечное многолетие. В этом потоке многолетий хор иногда уже терял нить рассуждений, не понимал, что происходит. Вот, а священники в это время уже заходили в алтарь вместе с архиереями, и в это время в алтаре читалась молитва Тресвятого Пения. Кстати, о тайных молитвах, да, стоит сказать еще один момент. Вот у нас сейчас на антифонах есть, ну, вообще на протяжении всей службы есть так называемые тайные молитвы, в том числе на каждом антифоне. Они читаются во время вот малой актинии. Стоит обратить внимание на слово «тайный». Да? Слово «тайный» от слова «мистикос», «мистический», то есть «духовный». Вот. То есть «тайный» в смысле «таинственный». Вот. Не потому, что суперсекретный, и мирянам нельзя знать текст этих молитв, вот. А потому что эти молитвы имеют такое духовное настроение, вот, призывают благодать Святого Духа, и поэтому называются мистическими, духовными. А молитва антифонов исторически, скорее всего, это такие древние молитвы верных. Вот. И в нашем богослужении нет ничего зазорного, если эти молитвы читаются достаточно громко. На патриаршем богослужении мы эти молитвы тоже слышим. Достаточно громко читается патриарх в микрофон. И многие архиереи сейчас, стоя по центру храма, тоже эти молитвы читают достаточно гласно. То есть люди, стоящие рядом, слышат то, о чем архиерей молится. Молитва Тресвятого Пения исторически вот совершалась в такой легкой суматохе, когда все входили в храм, соответственно, хор должен был понимать, когда ему петь дальше, что ему делать. Вот, и ради того, чтобы хор понимал, когда начнется непосредственно литургия в храме, эта молитва прерывается. Прерывается на каким образом? Вот сейчас при служении вместе с диаконом хор поет, ну, происходит возглас «Господу помолимся», хор поет «Господи помилуй» и дается возглас. Скорее всего, вот это «Господу помолимся» было в начале молитвы в свое время, да, потом эта молитва читалась. И для того, чтобы хор мог понять, что надо вступить,
у этой молитвы есть особое окончание. Священник говорит: «Яко свят еси Боже наш, и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу». А диакон, поворачиваясь в сторону храма, говорит: «И во веки веков». И при этом он веет орарем. Вот. Зачем он это делает? Фактически диакон дает отмашку хору, что надо петь Тресвятое. То есть даже если хор сейчас не слышит того, что происходит в алтаре, потому что все вокруг поют много и лето друг другу, вот, и заходят, и расставляют свои сумки, вот, там борются за места поближе к иконостасу, вот, и отстаивают пространство подсвечников. Вот, ну, это, конечно, шутка, да. Вот, но вот из-за того, что была такая суматоха, хор действительно мог не услышать окончание молитвы. И диакон орарем показывает хору, причем он разворачивается к центру храма, потому что Тресвятой начинал петь хор из-под амвона. Вот. Вообще в Святой Софии было много разных хоров, и один из хоров находился под амвоном, как раз вот под этим возвышением по центру храма. Вот. Они видели, что к ним повернулся диакон, показал им орарем, что вот как бы начало литургии. И они начинали петь, и все понимали, что вот, собственно, началась служба, и стоит уже умерить радостное восклицание «Многое лето», вот, и как-то уже внимать богослужению. Во время Тресвятого пения священники, священнослужители с предстоятелем восходят на горнее место. Но перед тем, как говорить об этом, стоит сказать о самом Тресвятом. А вообще, вот эта вот молитва «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас» известна раньше V века. А почему говорим именно о V веке? Есть такое предположение, что в V веке эта молитва появилась тогда, когда было землетрясение в Константинополе, и один мальчик был вознесен на небо и слышал эту молитву ангелов. Есть одна проблема, то что она известна раньше V века, эта молитва. Вот. То есть это предание красивое, возможно, там он действительно слышал Тресвятое, но, скорее всего, не поэтому оно было введено в богослужение. Молитва Тресвятого зачастую считается парафразом псалма «Возжида душа моя к Богу крепкому живому, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный». Вот. И вот эта вот молитва Тресвятого, собственно, знаменовала начало литургии, непосредственно вот уже такого храмового богослужения. В это время предстоятель вместе с остальными священниками идет на горнее место. Горнее – слово «высокое». Вот, в Святой Софии оно было действительно высокое и находилось на уровне, то есть как бы конец вот этой лестницы горнего места находился на уровне иконостаса примерно. Вот, то есть нужно это было для чего? Поскольку древние богослужения совершались в небольших пространствах достаточно, во время чтения Священного Писания все вставали вокруг того стола или садились, да, вокруг того стола, вокруг которого, на котором будет совершаться Евхаристия. Но когда храмы стали больше, необходимо было после входа в алтарь священнослужителям повернуться к людям лицом так, чтобы их видеть. А поскольку был иконостас одноярусный, эта проблема в Святой Софии была решена достаточно просто. Вставая на горнее место, епископ мог сверху иконостаса видеть людей, а люди могли уже, в свою очередь, видеть его. И в это время, сейчас у нас в нашей традиции, диакон обращается к предстоятелю, говорит ему: «Благослови, владыка», он говорит: «Благословен, говорит, и во имя Господне». И дальше диакон говорит: «Благослови, владыка, горний престол». И предстоятель говорит: «Благословен, еси на престоле, слава царствия твоего, сидя на херувиме, всегда, ныне и присно, и во веки веков, аминь». Зачем это благословение было нужно? Сейчас, кстати, еще есть такая традиция рукой благословлять в это время в сторону горнего места. А вот многие священники смущаются и говорят: мы не будем благословлять рукой в сторону иконы Спасителя, потому что как-то это, ну, нелогично. Но, возможно, эта традиция имеет основание следующее. Поскольку горнее место очень высокое, и ступеньки со ступенек достаточно неприятно было бы спуститься вниз кубарем, предстоятель может благословлять себе путь на горнее место таким образом. Вот. То есть, как бы он так подходит, смотрит вот так вот наверх и говорит: ну, Господи, помоги. В общем. Да. И поэтому предстоятель заходит на горнее место вместе с диаконом, потому что диакон на всякий случай его придерживает, чтобы он не оступился и не упал. Сейчас у нас также все входы на горнее место и на литургии, и на вечерней службе происходят вместе с диаконом. Вот. Епископ
если представитель епископа Святой Софии, такое было практически всегда, он садится на горнее место, а священники уже садятся по правую и левую сторону. Если епископа нет, то в нашей традиции священники это вот центральное место не занимают. Ну, мы предположим, что говорим про архиерейскую службу. И вот епископ встает наверху этого горнего места, поворачивается к народу. И в этот момент первый раз епископ с народом встретились взглядом. Вообще, архиерей часто приходил к началу непосредственно храмового богослужения. То есть крестный ход доходил до храма, и архиерей в это время приходил к храму и заходил уже внутрь, облачался и заходил внутрь. Но даже если он участвовал в крестном ходе, он как бы шел в общем молитвенном собрании, и не было еще такой ситуации, когда он обратился, ну, повернулся к людям. Вот. То есть еще не произошло встречи такой. А здесь архиерей заходит на горнее место, разворачивается и видит: о, оказывается, люди здесь. Вот, люди видят архиерея. Вот, и он говорит «мир всем». Вот это «мир всем» – это древнее приветствие. Это шалом, салам, да, вот мир. Да, вот это вот пожелание мира – это древнее христианское приветствие, которое в нашем богослужении до сих пор сохраняется. Вот, поскольку архиерей встретился взглядом с народом, вот, он народ приветствует. И с этого момента непосредственно начинается уже в древнем сознании богослужение литургии. Именно поэтому сейчас, если поставление епископа на литургии происходит, новопоставленный епископ говорит вот этот вот возглас «мир всем» перед чтением апостола. Это происходит потому, что в древней традиции новопоставленный епископ становился предстоятелем на литургии. То есть он сейчас, у нас епископ рукополагает, он говорит «мир всем» и отходит в конец архиерейской череды. А в древности епископа чаще, ну, епископа рукополагать должны были на той кафедре, на которой он предстоятельствует. Вот, и, соответственно, его рукополагали, и он сразу же возглавлял богослужение. Соответственно, он говорил этот «мир всем» и дальше возглавлял службу. Вот. Ну, в общем, этот вот, это преподание мира, это такое приветствие в начале богослужения и уже начало непосредственно такого вот таинственной литургии. Начинается чтение Священного Писания. Да, в древности было и ветхозаветное чтение, естественно, были, потому что Священное Писание изначально состояло не из Евангелия апостольских посланий, потому что Евангелия апостольские послания писались в течение всего первого века, соответственно, Писанием назывался Ветхий Завет. Да, и в древнем христианском богослужении читался Ветхий Завет. У нас сейчас чтение Ветхого Завета чаще всего перенесено на вечернюю службу в праздничные дни и называется паримиями. Вот. Хотя в некоторых традициях, вот, например, литургия апостола Иакова в чинопоследовании, сохранилось чтение ветхозаветное перед чтением апостола. Сейчас читается апостольское и евангельское чтение. Чтец выходит куда? Он выходит нам вон, да, потому что тут лучше слышно. И перед чтением непосредственно текста апостола совершается прокимен. Прокимен – это такая форма пения псалма, когда чтец возглашает стихи, а весь народ повторяет припев. А в древности прокимен исполнялся полностью. То есть, если мы захотим исполнить прокимен шестого гласа «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству чудо Твоих очисти беззаконие мое», то чтец будет читать все стихи 50-го псалма, а мы будем к ним припевать вот это вот «Помилуй меня, Боже». Собственно, это в древнем богослужении происходило после Палеолея. Вот сейчас мы, после того, как на воскресной службе поется «Воскресение Христово видевшее», мы поем сразу «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, молитвами Богородицы». А в древности пелся весь 50-й псалом. То есть «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое» был первый стих антифона, вот, и к нему припевалось «Молитвами Богородицы» и так далее. Вот, вот как антифоны строятся по структуре стих-припев, вот так же и прокимен строится по структуре стих-припев, только припевом становится не какое-то песнопение, а стих из того же псалма. Вот. Впоследствии прокимены стали сокращаться до двух строк. Это, значит, припев, который озвучивает чтец, его повторяет хор или народ, что, в принципе, для богослужения одно и то же. То есть народ может быть хором. Вот. Потом чтец читает чаще всего первый стих псалма, опять же, повторяется припев, и заканчивается по древней форме прокимен чтец, до половины озвучивает
припев, и хор его допевает. В нашей традиции сохранились так называемые великие прокимны. Например, вот «Кто Бог вели, яко Бог наш». Да? А прокимн красивый, который поется вот в вечернюю Пасхи и в некоторые отдельные дни, связанные с праздниками господскими. Почему называется великий? Потому что большой. Потому что в нем не два стиха, а больше. Обычно пять. Да? То есть припев и четыре еще стиха, которые озвучивает диакон. Вот. Такая вот древняя форма исполнения псалмов. Время от времени в некоторых храмах, так вот по желанию настоятеля, иногда происходит, это достаточно красиво, вот, людям нравится. Ну и, наверное, в этом есть определенный смысл, потому что псалмы подбираются под тематику дня или под тематику праздника. Да? Соответственно, пение псалма полностью с припевом, дает возможность немножко глубже прочувствовать вот тему сегодняшнего праздника, сегодняшнего дня. А после исполнения прокимна читается непосредственно текст апостольских посланий. А после апостола поется «Аллилуйя». Во время апостола сейчас совершается кождение. А есть символика, которая объясняет, что кождение во время апостола – это напоминание о проповеди апостолов, вот, которые ходили и проповедовали Евангелие во все концы земли. К сожалению, такое толкование не очень состоятельно, потому что кождение во время апостола исторически – это кождение после апостола. А даже не после апостола, а перед Евангелием. То есть то кождение, которое мы совершаем во время чтения апостола, более правильно с точки зрения древней традиции богослужения совершать его во время пения «Аллилуйя». И если кто-то знаком с традицией древнего пения, тот знает, что древние аллилуарии распеваются очень долго, и по примеру древних прокимнов они содержат много стихов. Вот, ну, даже такой отголосок, наверное, такого длинного пения «Аллилуйя» в современных распевах мы можем встретить в аллилуариях, например, Киево-Печерской традиции, когда это «Аллилуйя» повторяется не три раза, а много больше, вот, и рассчитано это на то, что во время пения «Аллилуария» будет происходить кождение перед Евангелием, потому что Евангелие – это особенная для нас книга. Это книга, которая содержит благую весть о спасении, и поэтому к ней нужно особенное почтение, вот, потому что сейчас мы услышим Слово Божие, которое живо и действенно, и которое, значит, призывает нас к Царствию Небесному. Вот это вот кождение во время «Аллилуйя» сопровождается еще очень интересной традицией. Сейчас на архиерейской службе вы можете увидеть, что архиерей снимает с себя большой амофор, и диакон перед Евангелием, в то время, когда Евангелие переносится на центр храма, один из диаконов несет этот амофор перед Евангелием. Так вот, в древней традиции архиерей снимал с себя амофор. Почему? Амофор исторически – это знак отличия высших чиновников Византийской империи. И, соответственно, императоры давали право архиереям ношения амофоры для того, чтобы подчеркнуть их значимость и значение. Но архиерей, заходя в храм, когда он заходил на горнее место, он снимал с себя большой амофор, этим самым он показывал, что вот все светские титулы остались за пределами алтаря, а сейчас я священник. Вот. И сейчас также вот в начале прямо чтения апостола уже с архиерея этот амофор снимается. Вот, и этот амофор возлагался на диакона. То есть диакон одевал этот амофор. Причем есть две традиции понимания, как он надевался на него. Некоторые считают, что амофор надевали на диакона, как на архиерея. Некоторые считают, что он надевался наподобие ораря. То есть вокруг, как двойной ораль вот у диакона сейчас есть. Вот также, возможно, надевался амофор. И этим подчеркивал, и амофор надевался на того диакона, который читает Евангелие. То есть этим подчеркивалось особое почтение перед Святым Евангелием. Вот. Впоследствии традиции вот, видоизменилась, и у нас просто несут амофор перед Евангелием. Вот. Архиерей в древности не знал, что такое малый амофор. Потому что если представить себе, что амофор – это вот такой знак
в общем, это галстук древний. Вот, можно такую параллель привести, да. В общем, бабочки не было в то время. Вот, то есть малый эмафор появляется достаточно поздно. Вот, и сейчас он в богослужении используется как раз вот после чтения апостола, когда большой эмафор себя архиерей снял. То есть есть один случай, когда на литургии архиерей надевает на себя обратно большой эмафор в момент рукоположения диакона или священника. Вот. А так он или совсем без эмафора, или служит в малом, да, эмафоре, который по своему значению уже не обозначает вот эту вот, вот такую чиновничью власть, да, в Византийской империи. Сейчас, конечно, эмафор не имеет такого значения. Вот, и ему приписывают разные символические толкования, что он должен напоминать архиерею о том, что он, как добрый пастырь, должен иметь попечение за блудших овцах, вот, и нести их на своих плечах. Вот. Но в древности, там, в веке 17, например, патриарх Никон, например, очень чувствовал вес этой овцы, которую он на себе несет, потому что эмафор весил чуть ли там не 16 килограмм. Вот. Сейчас овцы бывают разного цвета, вот, да. Ну, в общем, это, конечно, тоже шутка. Читается Евангелие, да, в древнем богослужении эмафор надет на диакона, в нашем богослужении эмафор несется перед Евангелием, собственно, звучит Слово Божие. Стоит отметить, что перед чтением Евангелия диакон обращается к предстоятелю и говорит: «Благослови Владыка, благовестителя, святаго апостола, евангелиста, там, того-то и того-то». Важно понимать, что он просит благословить не евангелиста, а того, кто будет благовествовать евангелиста. Да? И поэтому представитель отвечает: «Бог молитвами святого славного апостола, евангелиста, там, которого читается Евангелие, да даст тебе глагол благовествующему силу и многую», то есть со многой силой. Да, то есть благословляется диакон. Диакон спрашивает благословение для себя, который будет читать вот, чтение Евангелия, и представитель его благословляет. После Евангелия звучит сугубое иктенья, то есть со многими прошениями. Как мы говорили, это сугубое иктенья, опять же, напоминает нам о тех иктеньях, которые присутствовали в богослужении во время хода в храм. Да, просто она несколько видоизменилась, и вот теперь стоит на этом месте. Ну, достаточно привычно для нас, особенно еще раз сугубо помолиться обо всем и обо всех, перед тем, как прозвучит херувимская песня, где будет сказано: «Всякое ныне житейское отложим попечение». Вот. После сугубой иктиньи звучит иктинья об оглашенных. Оглашенные – это люди, которые готовятся к крещению, но при этом они не в последней стадии уже перед крещением, таких называют просвещаемые. Вот. Они вот записаны в списке оглашенных, и они вот учатся. Там, мы знаем, что, например, блаженный Августин был записан своей матерью в списке оглашенных еще в детстве, потом имел всякую бурную жизнь, вот, в том числе молился: «Дай мне, Господи, целомудрие, но только не сейчас». Вот. И только к 30 годам он уже дошел до крещения. Да? Вот. Ну вот об этих оглашаемых, которые, собственно, впоследствии должны креститься, молится церковь. Сейчас институт оглашенных у нас, к сожалению, не сильно распространен. Вот. В некоторых приходах действительно оглашают людей хотя бы год вот, перед крещением. Ну, в общем, сейчас эта молитва воспринимается многими священниками как молитва о тех людях, которые культурно православные и вроде как чего-то знают, но еще к осознанной церковной жизни не пришли. Во время сугубой иктиньи раскрывается антиминс. Антиминс – это плат, который лежит на престоле. На нем сейчас традиционно с 17 века изображается плащаница Спасителя. До 17 века этот плат был под престолом, поэтому, соответственно, он был раскрыт уже к этому времени под престолом, под рубахой престола, под верхней этой тканью. После 17 века он лежит наверху, и, соответственно, его нужно раскрыть для того, чтобы уже потом на нем совершать таинство тела и крови Спасителя. Антиминс вместо престолия по-гречески имеет подпись архиерея, который благословляет совершение литургии в этом храме, и обычно частицу мощей мученика. На сугубой иктинье раскрывается антиминс, но не до конца. Сейчас в нашей традиции верхняя часть антиминса раскрывается на словах «Открыт им Евангелие правды» на прошении вот, этой иктинье благословенных. Вот.
А в древней традиции, насколько помню, антимисс раскрывался вот в конце, собственно, Екатения Боглашенных, в конце молитвы, которую читает священник. Эта молитва читалась, естественно, вслух, вот, потому что все собрание молилось о тех, кто готовится к крещению, и после этого им говорили и соглашение, и зайдите. То есть оглашение не в смысле, которых называли на сугубо Екатенье, как некоторые думают, да, и те, которые готовятся к крещению, поскольку вы не можете участвовать в таинстве Евхаристии, поэтому дверь там. Вот. А в древней традиции были еще молитвы о кающихся, о тех людях, которые совершили тяжкие грехи и не могли приступить к причащению. А кающиеся – это был особый род людей. Они совершали такие поступки, которые, в принципе, христиане не могут совершать. Вот. Об этом Иоанн Богослов пишет, говорит, мы крестились, да, мы приобщились к новой жизни, чтобы не согрешать, и мы не можем вроде грешить. Вот. А в древней традиции также встречаются разные словоупотребления по отношению к греху, то есть, собственно, грех и согрешение и прегрешение. Вот грех грехом чаще всего называется прямое нарушение заповедей Божьих, там вот в первую очередь 10 заповедей, такое прямое нарушение, которое отлучает человека от причастия. То есть многобожие, колдовство, убийство, блуд, воровство, прелюбодеяние, лжесвидетельство, да, и деятельная нелюбовь к ближнему, кстати, которую Евангелие тоже таким препятствием к крещению делает, то есть ненависть такая сознательная, да, какая-то месть и так далее. Так вот, христианин не может этого делать вообще с точки зрения нормального церковного сознания. Поэтому если он такое делал, то ему налагалась епитимия, причем она могла быть до 15 лет, а то и больше, вот, и в зависимости от степени его тяжести греха он приобщался к одному из четырех чинов кающихся. Одни находились в притворе и вообще не могли заходить на церковное богослужение, а другие могли находиться вот до молитвы кающихся вместе с оглашенными. Да, были еще те кающиеся, которые стояли до причастия и выходили перед причастием, вот, назывались купностоящими. Так вот, те кающиеся, которые должны были выйти с оглашенными, над ними также читалась молитва, и они также выходили из богослужебного собрания. Но, к слову сказать, если человек второй раз совершал подобный грех, то это воспринималось в церковном сознании как нечто абсолютно из ряда вон выходящее, и он уже не мог причащаться даже до смерти. Вот такое было сознание у христиан того времени. Вот. После молитв кающихся, которых сейчас у нас нет, потому что нет самого этого вот института кающихся, вот, очень мягкое у нас отношение сейчас к кающимся, епитимии все по сравнению с такими зафиксированными в канонах предельно человеколюбивые. Вот. Происходит уже молитвы верных. То есть диакон говорит «Елица оглашений», то есть «Которые оглашенные, изыдите», и никто от оглашенных, а только верные, паки и паки, миром Господу помолимся. А в это время в Софии Константинопольской священники читали молитвы отдельно, поэтому исторически эти две молитвы верных читались среди священнослужителей отдельно, а люди молились отдельно, но молились о том же, о чем, собственно, священники молятся в алтаре, о достойном причащении святых Христовых тайн. И именно поэтому на этих двух икенях верных эти две тени верных заканчиваются возгласом «Премудрость». Почему? Потому что молитва совершается раздельно, и диакон начинал прошение читать подряд, все подряд, которые мог. Вот. И ему нужно было знать, в какой момент остановиться. Да? И возглас «Премудрость» был таким сигналом к тому, что вот священники закончили читать молитву и готовы дать возглас. Вот. Говорили «Премудрость», давали возглас первой молитвы, дальше диакон продолжал читать «Ехтенью», и второй раз говорили «Премудрость», и уже давали возглас второй молитвы «Якода поддержаву твою всегда храними», да, которая у нас идет перед херувимской песней. Вот. И начинается после этих молитв верных, в которых священники благодарят Бога, что он сподобил их приступить к святому жертвеннику. Кстати, слово «приступить» здесь тоже не случайно, потому что перед престолом часто была ступенька, то есть священники в этот момент заходили на эту ступеньку. Кстати, в новом храме Сретенского монастыря тоже такая ступенька есть, вот, и которая будет освящаться в этот четверг, дай Бог. И в алтарь можно будет попасть и посмотреть после всеночного бдения. То есть всех планируется всех запустить, кто хочет, и показать после службы вечерней, показать алтарь. Вот там можно будет эту ступенечку вокруг престола, собственно, увидеть. Так вот, молятся о том, что Господь, благодарят Бога за то, что Он сподобил приступить к
к Святому Престолу, и о достойном причащении своем и всех людей, и начинается Великий Вход. Великий Вход сопровождается молитвой, песнопением, гимном Иже Херувима. Стоит сразу привести перевод этого гимна, потому что, к сожалению, он вызывает часто большие трудности. Да? Иже – это слово, которое у нас переводит греческий артикль. Вот. А этот артикль, он дословно будет переводить словом «который». Он, здесь смысл такой. Мы, таинственно изображающие херувимов и воспевающие Пресвятую Троицу, Пресвятую Песнь, всякое ныне житейское, отложим попечение. Ну и продолжение. «Чтобы принять царя всего мира, невидимо сопровождаемого ангельскими чинами». Вот это слово «дариносима» обозначает по-гречески «сопровождаемого почетным караулом». То есть есть такой перевод, что это когда на копьях возносили царя или военачальника там, после победы или после избрания там, императора нового. Но стоит читать это толкование немножко не совсем верным, потому что вот это вот слово «дариносить», да, используется всегда при церемониале, когда сопровождается император. То есть почетный караул, грубо говоря, это вот дариношение. Вот, и мы говорим, вот мы как херувимы, да, сейчас вот стоим и воспеваем Троицу Пресвятую Песнь, чтобы принять царя всего мира, который сопровождается почетным караулом ангелов. Вот, грубо говоря. Ну и в конце поется «Аллилуйя». Великий Вход вообще исторически появился откуда? Если мы вспомним Святую Софию, мы помним, что жертвенник, на котором готовится хлеб и вино для Евхаристии, находится вне храма. Соответственно, каким-то образом эти хлеб и вино должны попасть на престол. И происходило это таким образом. Предстоятель оставался перед престолом, старшие священники также оставались здесь, а все младшее духовенство уходило в сосудохранилище. И из этого сосудохранилища несли дискосы и чаши, потому что народ причащалось много, один громадный дискос и одну громадную чашу было сделать невозможно, поэтому неслось огромное количество дискосов и чаш для богослужения. И поскольку сосудохранилище он находился с левой стороны от храма. Вот через левые двери эта процессия заходила, поднималась на амвон. Да? Поскольку амвон возвышался над всем храмом, люди видели, как несут хлеб и вино. Вот. И в царских вратах это все это встречал, хлеб и вино встречал предстоятель. Примечательно то, что во время херувимска происходит кождение. Так вот, это кождение, если император присутствовал на службе, совершал сам император. И в особые праздничные дни он еще нес с собой мешочек с золотом, который клал на престол. Таким образом, вот он исполнял такую древнюю христианскую традицию, которая подразумевает, что в храм нельзя приходить без приношения. Вот. В таком христианском сознании, которое было преемником древнего сознания иудейского, да, традиции богопочитания, а люди не приходили в храм без приношения. Если люди были бедными, они старались принести чистой воды в храм, хотя бы набрать воды и принести. Император, соответственно, показывал таким образом пример, поэтому в большие праздники он шел вот с этим мешочком с деньгами, вот, и клал это приношение на край престола. И совершал кождение. Поэтому, кстати, в греческой традиции до сих пор кождение совершает не как у нас сейчас один из младших деканов, а предстоятель, то есть тот епископ или священник, который возглавляет службу. Это более логично, вот, потому что это кождение, опять же, перед святыми дарами. И диакон нес большой покров, называемый воздухом. Нес он его таким образом, каким сейчас дикана носят во время их рукоположения в священнике. То есть, когда диакона рукополагают в священнике, он несет над головой воздух. Причем сейчас дикана несут его немножко наклонив на голову, но исторически этот воздух поднимался над головой так, чтобы изображение было видно, когда диакон проходит через амвон.
Да, то есть люди видели изображение. Изображалась Святая Плащаница на воздухе. Эта традиция у нас сейчас вот в Великую Субботу имеет свое отображение, потому что эта плащаница, которую выносят на центр храма и которая потом все дни пасхальные находится на престоле, это, собственно, тот самый древний воздух. Вот. И поэтому сейчас, кстати, опять же, в греческой традиции часто деканам надевают этот воздух, завязывают завязочками так, чтобы на спине было видно вот изображение, которое на этом воздухе есть. Вообще, вот служение первого диакона несколько раз мы видим в чине рукоположения. То есть, когда вот, знаешь, сейчас вот он станет священником, он уже никогда этот воздух не поносит, вот ему его дают, вот нанеси. Вот. И после вот этой процессии, которая проходит через центр храма, архиерей встречает святые дары и заносит в алтарь. Впоследствии появилось еще поминовение во время встречи святых даров. Вот. И уже на престоле эти дары покрываются тем самым большим воздухом. Малые воздухи появились позже, вот эти вот покровцы, они снимаются у нас сейчас, покрываются все большим воздухом. Вот. И читаются тропари, благообразные оси, взрева с необречистое тело твое, в гробе плотский, то есть вспоминается погребение Спасителя. И, собственно, дальше расставлялись эти сосуды на престоле. Вот. Что стоит сказать про великий вход еще? Во-первых, херувимская песня – это не единственный гимн, который существовал в древнем богослужении. Вот в Великую Субботу, например, мы слышим «Да молчит всякая плоть человечья». В день Тайной Вечери, Великий Четверг, вечере твоя тайная днесь. И, кстати, вот «Да молчит всякая плоть человечья» – этот гимн во время Великого Входа, скорее всего, вообще исполнялся во все воскресенья. Поскольку богослужение Великой Субботы – это первая литургия Пасхи, то там вот это вот песнопение, собственно, и сохранилось. Вот. А так в византийской традиции оно исполнялось во все воскресенья, а гимн «Иже Херувимы» пелся во все остальные дни. Вот. Ну, что у нас еще интересного? Да, вопрос вообще, зачем оно надо нам сейчас, этот великий вход, да? Потому что жертвенник уже в алтаре, можно спокойно перенести все с жертвенника на престол и вообще никого не беспокоить вот этими лишними движениями, да? Вот, но сейчас и при архиерейской, и при священнической службе также святые дары выносятся в храм, вот, причем, опять же, в некоторых православных церквях, православных традициях они проносятся через весь храм в воспоминание вот этого вот пронесение в древнем богослужении. Зачем это нам нужно? Когда дары переносят с жертвенника на престол, их приносят не от духовенства, их приносят от всех собравшихся в храме, то есть и от тех, кто стоит молиться в основном пространстве, и от духовенства вместе. А для того, чтобы эти дары были принесены от всех, их выносят к народу, и народ видит хлеб и вино, которые будут поставлять на престол. А в древней традиции, в древней вообще культуре взгляд – это одна из форм прикосновения. То есть, соответственно, все взглядом прикасаются к этим святым дарам, к хлебу и вину, которые будут вот притворяться в тело и кровь Спасителя. И таким образом все приобщаются к этому дару, который мы приносим на литургии. Если во Святой Софии это происходило само собой, потому что все проходили через возвышенный амвон, вот, то сейчас ради того, чтобы мы все прикоснулись взглядом к хлебу и вину и все вместе участвовали в этом принесении даров и поставлении их на престол, они выносятся в пространство храма. Вот, и поэтому перенесение происходит не внутри алтаря, а снаружи. После Великого Входа совершается просительная ктенья, и те, кто молится обычно на богослужениях не на архиерейских, вот, и не в особых соборах, где врата всегда открыты, помнят, что в этот момент обычно закрывается завеса. Да? Завеса исторически закрывается, скорее всего, почему? Вот приносят дискосы, чаши, их начинают расставлять на престоле, соответственно, лжицы приносят, начинают тоже ложечки, да, класть на престол. Чтобы не отвлекать людей от молитвы, через иконостас задергивается завеса. Причем, скорее всего, в Святой Софии иконостас был не наглухо закрытый, а в нем были ниши, и поэтому завеса могла идти вообще через весь иконостас.
ну, чтобы просто вот закрыть его, и чтобы вот эти хождения внутри алтаря сейчас не мешали людям. Вот, диакон в это время произносит просительную ктенью, священники читают молитву приношения, которая, опять же, традиционно читалась внутри алтаря, не вслух. Вот, и после этого происходит лобзание мира, диакон возглашает «возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы», хор продолжает «Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную нераздельную», то есть это, в принципе, от всего народа говорится. Вот, и дальше в древнем богослужении происходило такое, такое приветствие друг друга: «Христос посреди нас и есть и будет». То есть, возможно, это сопровождалось каким-то лобызанием, возможно, это было просто приветствием, скорее всего, в разных традициях по-разному. Вот, сейчас это приветствие происходит среди священства, но, в принципе, это такая достаточно хорошая традиция, когда духовенство обращалось и к мирянам с этим приветствием «Христос посреди нас», и все отвечали «и есть и будет». Стоит отметить еще один момент. Перед возгласом «Якона возлюбим друг друга» у нас сейчас священник выходит и говорит «мир всем». Но если мы решили, что «мир всем» – это приветствие, то зачем его повторять? У нас «мир всем» говорится перед апостолом, потом перед Евангелием. Исторически эта традиция просто была перенесена с утренней. Вот когда на Палеолее говорится «мир всем» перед Евангелием, просто это как бы такой исторический процесс. А вот «мир всем» перед возгласом «возлюбим друг друга» имеет определенное значение. Он в каких-то службах может быть в древней церкви, а может не быть. Зависит это от чего. Если предстоятель остается на своем месте, и он же совершает центральные молитвы литургии, анафору, возношение, да, то этот «мир всем» не произносится. Ну, потому что люди уже с ним поздоровались. Вот. Но была очень красивая древняя традиция. Если предстоятель епископ решал, что сейчас центральной молитвы литургии, анафору, вместо него должен сказать другой епископ или кто-то из священников, он обращался к нему со словами диалога, который у нас сейчас тоже присутствует в литургии, но уже вот этот вот смысл немножко от него отошел. Он обращается к нему со словами «помяни меня, братья и сослужителю», да, и говорит ему, ему же говорит: «Дух Святый найдет на тебя, и силы Вышнего осенит тебя». А тот отвечает: «Тот же Дух содействует нам вся дни живота нашего». И в этот момент они менялись местами. Соответственно, отдергивается завеса, и люди видят, что там стоит кто-то другой. Вот. И этот новый предстоятель, он выходит к народу и говорит «мир всем», если предстоятель на службе меняется. Вот. Тоже очень интересная традиция. Ну, вот, например, да, если архиерей знает, что у кого-то из священников день ангела, он может себе позволить отойти на второе место и дать ему совершить вот центральную молитву литургии. Ну вот, потом поется символ веры, общий, такое общее исповедание веры еще раз перед непосредственно центром литургии. Вот, и дальше начинается молитва, которая называется анафорой, то есть по-гречески возношение. Эти молитвы самые, наверное, самые древние по своей структуре, по своему содержанию, по своему наполнению. Вот, есть четкая структура этих молитв. Ну, загружать мы сейчас не будем особо вот этой структуры себя. Вот, просто поговорим о том, о чем, собственно, священник молится во время возношения. И, к слову сказать, вот эти молитвы возношения, они не были тайными в смысле, что их читали про себя. С чтением тайных молитв про себя в свое время боролись разные византийские императоры, вот, потому что эта традиция появляется от больших храмов, когда священники понимали, что там не докричишься, вот, и постепенно сознание немножко начало этим молитвам придавать такую форму закрытых таких молитв, вот, жреческих. Но по своему смыслу они предназначены для всего собрания богослужебного. Это мы знаем из апостольского богослужения. Ну и опять же сейчас и на патриаршей службе, и на многих службах архиерейских мы слышим эти молитвы, потому что они читаются громко достаточно, со озвучкой в микрофон даже, чтобы молящимся было удобно их слышать. Так вот, начинается с чего?
Диакон говорит, станем добрые, то есть хорошо станем, станем со страхом, вонмем, да, святое возношение в мире приносите. То есть, чтобы в мире внутреннем принести вот это святое возношение. Хор отвечает, милость мира, жертву хваления. Мне кажется, на моей памяти еще не один человек, которого пришлось спросить о том, что же такое милость мира, не смог вразумительно ответить на этот вопрос. Вот. И абсолютно правильно, потому что это, к сожалению, переводческая ошибка в богослужении, вот, которую, если сейчас взять и резко поменять, ну, навряд ли к этому как-то спокойно отнесутся, но в греческом тексте все-таки милость, мир и жертву хваления. То есть мы что приносим Богу? Да? Чтобы приносить Богу святое возношение. А мы отвечаем, что приносить? Милость, мир и жертву хваления. Вот. А дальше представитель говорит, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и причастие, то есть общение Святого Духа, да будет со всеми вами, цитата из апостола Павла. Вот. И народ отвечает, и со Духом твоим. И дальше говорится, горе, то есть ввысь, имеем сердца. И мы отвечаем, имам и ко Господу. Да? То есть мы отвечаем, те, кто понимают хорошо славянский язык, то, что уже как бы, да, мы уже вознесли сердца, мы уже вот имеем их обращены ко Господу. Вот. Причем священник говорит, горе имеем сердца, не имеем. То есть он не констатирует факт, он призывает. Да, форма славянская имеем, да, это призывание. А мы говорим, да, мы уже возносим сердца ко Господу. И хор отвечает, достойно, в древней традиции достойно и праведно есть. То есть это вот возношение у нас, а впоследствии к этому достойно и праведно есть, прибавилось «поклоняйтесь Отцу и Сыну и Святому Духу, и Троице единослушной и нераздельной». В это время священник молится, он обращаясь к Богу Отцу. Это тоже очень важно. Древняя молитва анафоры обращена именно к Богу Отцу. С чем это связано? Ну, во-первых, с древней традицией молитвы, потому что в первый век обращались в первую очередь к Отцу, вот, и ходатайство Бога Сына было таким дополнительным ходатайством вот, к первому лицу Святой Троицы. Вот, поэтому, с одной стороны, центр литургии анафора сохраняет древнюю молитвенную форму обращения к Отцу, с другой стороны, имеет определенный глубокий смысл. В Евангелии Господь говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Есть два стиха, которые стоят совершенно рядом, которые мы обычно не связываем, когда их, о них размышляем почему-то. Вот следующий стих какой? Господь говорит, если что, попросите у Отца во имя Мое, даст вам. Так вот, почему Он даст вам? Потому что вы собрались, Я посреди вас, и поэтому Отец вам даст то, о чем просите. Потому что Отец не может отказать Сыну. А на литургии Сын сейчас, Иисус Христос, совершает литургию. Он стоит с нами, и Он, собственно, возглавляет нашу молитву. Он молится вместе с нами, мы обращаемся вместе с Ним, обращаемся к Отцу. А поскольку Отец не может отказать Сыну, то, собственно, совершается таинство приложения хлеба и вина в тело и кровь Спасителя. И вот священник, обращаясь, предстоятель, епископ или священник, обращаясь к Богу Отцу, благодарит Его, говорит достойно и праведно, Тебя петь, Тебя благословить, Тебя благодарить, Тебе поклоняйтесь, на всяком месте владычествует Твоего, потому что Ты Бог неизреченный, неведомый, невидимый, непостижимый, вечно существующий, существующий одинаковым образом, и Отец, и Сын, и Святой Дух. Ты нас привел от небытия в бытие и восставил нас от падших, то есть вот мы вспоминаем дело спасения, да, вот, и не отступил, пока все это творил, до тех пор, пока не открыл нам будущее свое царство и пока не даровал нам свое, пока не даровал нам царство свое будущее. То есть мы говорим о том, что Господь уже сейчас нам дал это свое будущее царство, и мы в нем уже сейчас находимся в силу того, что вот Он когда-то совершил дело спасения. Вот. Важно сказать, что в момент литургии мы не просто вспоминаем какие-то события, мы выходим в пространство, где нет времени, и мы приобщаемся непосредственно к той самой Тайной Вечере, на которой присутствует Господь с апостолами, и одновременно мы приобщаемся времени распятия Спасителя, и одновременно мы присутствуем в момент воскресения, потому что Господь очень свободно обращается со временем, для Него эта категория не определяющая, и мы проходим в это пространство, где присутствует Господь, и мы одновременно на Тайной Вечере у Креста и в день воскресения. Вот, и мы свидетельствуем, что Господь нам уже сейчас даровал свое будущее царство. То есть это значит, что Царство Небесное, по слову Евангелия, действительно внутрь нас есть. И когда мы приобщаемся к Христу, тогда мы уже в нашей земной жизни,
не дожидаясь того момента, когда мы умрем, можем этому Царствию Божьему приобщиться и чувствовать его в меру своих сил. Вообще, если такого стремления у христианина нет, то он не понимает, зачем он живет. Дальше начинается уныние, вот, потому что аскетические какие-то опыты все время увенчиваются тем, что начинается лень, расслабленность, вот, какие-то неуспехи. И постепенно человек понимает, что просто там молитвы, поста и борьбы со страстями маловато будет. Вообще надо ради чего-то жить. Так вот, литургия нам предлагает жить в этом будущем Царстве Божьем. То есть чувствовать, ощущать в своем сердце вот это Божественное Царство. Это цель, которую обозначил и святой Серафим Саровский, другими словами, да, он говорит, что цель жизни христианина – стяжание Святого Духа Божьего, да, или в другом месте говорит, стяжи Дух мирен. Вот пребывание в этом Святом Духе Божьем, пребывание в состоянии Царства Небесного – это та цель, ради которой мы живем. И вот когда мы причащаемся, мы приобщаемся этому Царству Небесному, оно проникает внутрь нас, и дальше нам очень важно это Царство Божие в себе сохранить и не растерять. Ради этого, собственно, мы и стараемся сильно не грешить, потому что, когда мы начинаем совершать какие-то тяжелые грехи, это Царство Небесное сразу из нашего сердца пропадает. Вот. А когда мы приобщаемся этой главной цели христианской жизни, тогда и динамика возникает внутренняя, вроде как ничего не происходит, вроде как же те же серые будни, а жизнь приобретает новые измерения. Вот. И дальше представитель говорит: «Благодарим Тебя, Господи, вот за то, что Ты нас спас, за то, что даровал будущее царство, и за то, что Ты благословил нам совершать эту службу. Хотя Тебе предстоят тысячи архангелов, тьмы ангелов, тьмы – это десятки тысяч, да, херувимы, серафимы, шестокрылатые, многоочитые, возвышающиеся, то есть летающие, и пернатые». Вот. И дальше мы слышим продолжение этой молитвы, победную песнь, поющие, вопиющие, взывающие и глаголище. То есть эти возгласы – это слова, которые просто говорятся громче, вот, и они не являются какими-то отдельными фразами, они вплетены в эту большую длинную молитву анафоры. Вот, и вот после того, как священник говорит «поющего, пьющего, взывающего, глаголище», он произносит, собственно, что говорят ангелы: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполни небо и земля славы Твоей, осанна вышних, благословение гряды во имя Господне, осанна вышних». К слову сказать, некоторые священники пропускают эти слова, потому что их поет хор, и думают, что это как бы хор должен спеть, а я буду дальше читать. Но это не совсем правильно. То есть эти слова – это продолжение все-таки молитвы анафоры. То есть священник говорит: вот эти ангелы, херувимы, серафимы, они поют, вопиют, звают, глаголят, что они говорят? «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Вот. И дальше священник продолжает молиться: «С этими блаженными силами и мы, владыка человеколюбчего, пием тебе и глаголем. Свят еси и пресвят ты, единородный твой Сын и Дух твой Святой. Свят еси и пресвят, великолепна слава твоя. Потому что ты так возлюбил твой мир, что послал Сына своего единородного, чтобы всякий в него верующий не погиб, но имел жизнь вечную. И он, придя к нам и устроив все дело нашего спасения, в ночь, в которую был предан, а лучше сказать сам», там такие слова, «паче же сам себе предаешь и за мирские живот», то есть «а лучше сказать сам себя предал за жизнь мира, взял хлеб в свои святые, пречистые, непорочные руки, благословил, благодарил, освятил, преломил и дал святым своим ученикам и апостолам». Ну, вот это мы сейчас по литургии Иоанна Златоуста, потому что она более короткая. Вот мы такую вот смысл молитв разбираем по литургии Иоанна Златоуста, да? И дальше мы слышим, что, собственно, он сказал, когда дал этот хлеб своим ученикам и апостолам. «Примите, идите, сие есть тело мое, еже за выломимое во оставление грехов». И дальше поется «Аминь». В это время священник говорит: «Подобно и чашу по вечере», ну, то есть предал ученикам, да, сказав, глаголя: «Пите от нее все, сия есть кровь моя нового завета, я же за вы», то есть «я же» в смысле «которая», да, «которая за вы и за многие изливаемые во оставление грехов». Во время, когда поется «Аминь» после этих слов, священник говорит: «Вспоминающий эту спасительную заповедь и все бывшее ради нас, крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную тебя, Бога и Отца сидение, и второе славное паки пришествия». Это очень интересная формулировка. Мы вспоминаем, как будто уже там где-то это было, потому что мы вне времени, да, мы вспоминаем и крест, и гроб, и воскресение, и восшествие на небеса, и сидение одесну Бога, и второе пришествие мы вспоминаем. То есть как бы находясь в надвремени в этот момент. Вот. И дальше продолжение, да, вспоминая вот эту вот спасительную заповедь. Кстати, какую спасительную заповедь? «Примите, идите и пите от нее все». Почему-то не все православные христиане рассматривают причащение как заповедь Христову.
Это тоже очень интересный момент. Хотя Господь говорит: «Сие творите в мои воспоминания». Это прямая заповедь Божья. А мы, когда готовимся причащаться, мы думаем: ну вот, не знаю, как-то у меня что-то настроение, а тут вот еще чего-то, какое-то невнимание, а тут еще что-то, и, в общем, не пойду причащаться, потому что, ну, как-то я вот внутренне не возвысился, не настроился, и вот, забывая, что причастие – это не мое желание и не средство моего личного освящения, не таблетка, которую нужно выпить, чтобы стало хорошо, а это, в первую очередь, заповедь Христова. И мы должны причащаться не только потому, что нам хочется, чтобы нам было хорошо. Это тоже правильно, да, потому что, ну, когда мы причащаемся, нам хорошо с Богом. Но мы должны причащаться, потому что это заповедь Христова. И не надо об этом забывать. Вот священник говорит: вспоминая эту спасительную заповедь и все бывшее ради нас, вот это мы слышим дальше: «Твоя от твоих, тебе приносящая, а всех изо вся». Да? Что такое «твоя от твоих»? Ну, твое из твоего. То есть, как бы, и так твои дары, да? Хлеб и вино, оно так и так тебе принадлежит. Мы тебе твое же приносим, собственно, вот, но от себя. Вот. А что такое «о всех и за вся»? Здесь сложно перевести вообще, в принципе, на славянский язык, потому что по греческому тексту это значит примерно следующее. Твое из твоего тебе принося, согласно всему сказанному и благодаря всему тому, что ты сделал. То есть мы это все приносим, согласно с тем, что мы сейчас вот говорили в молитве, да, и благодаря твоей жертве, благодаря твоему делу спасения. Вот. И дальше хор поет: «Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш». Священник повторяет эти слова и говорит: «Еще приносим тебе эту словесную бескровную службу и просим, и молим, и умоляем, не спасли Духа Твоего Святого на нас и на предлежащие дары сия». Вот. Стоит отметить, что причастие за литургии, конечно, это древнехристианская традиция, и в идеале, конечно, и Феофан Затворник, святитель, об этом пишет, в идеале нужно бы причащаться за каждой литургией, на которой мы присутствуем. Но есть правильное христианское понимание, что не всегда мы должным образом себя располагаем. Иногда хочется просто помолиться на литургии в какой-то день, когда мы понимаем, что ну, не хватило нас, чтобы действительно себя подготовить к причастию. Ну бывает. Особенно если мы причащаемся часто. Да? Вот. И важно помнить, что в храме в этот момент стоят и те люди, которые причащаться не будут. То есть это вот были кающиеся, которые, допустим, не причащаются. И священник молится не только о том, чтобы Святой Дух сошел на святые дары, но молится и о том, чтобы на всех нас, стоящих в храме, тоже этот Святой Дух сошел. То есть и на тех, кто причащаться не будет, тоже. Вот. Хотя, конечно, да, нужно стараться на литургии причащаться. Но если мы по каким-то причинам, вполне себе нормальным, благочестивым причинам, да, не причащаемся, это не значит, что присутствие на литургии абсолютно бесполезно, как говорят некоторые. То есть как бы не причащаешься, ну и не ходи на литургию. Ну как-то сложно следовать этой логике, потому что на самой литургии молимся не только о причащающихся, но и вообще о всех, и просим, чтобы Святой Дух сошел на всех нас без уточнения. Вот, на всех тех, кто готовился причащаться. Вот. И дальше в традиции, появившейся в XIV веке, трижды читается тропарь третьего часа: «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим не спаславый, того благие не отыми от нас, но обнови нас, молящих Теся». Важно отметить, что в Греции этот тропарь вводился при деятельном участии одного из глубочайших исихастов, одного из самых таких ярких святых молчальников и одновременно богословов, святителем Григорием Паламой. Вот. А у нас на Руси одним из сторонников введения этого тропаря был преподобный Сергий Радонежский. Вот. Опять же, сейчас к традиции чтения тропаря третьего часа относятся по-разному. Вот. Кто-то, например, в Сербии, в некоторых епархиях разрешено его выпускать, если есть желание. Также в Греции, насколько я знаю, у нас даже в России есть священники, которые его не читают. Вот. Но здесь важно понять, что тропарь этот по своему смыслу не только не противоречит этому моменту литургии, но подчеркивает его призывание Святого Духа. Вот. И принципиально его отвергать, нет какого-то рациональной необходимости. Да? Вот. То есть многие священники, которые служат литургии, вам скажут, что этот тропарь, он очень хорошо вплетается вот в это вот прошение о призывании Святого Духа. И когда трижды этот тропарь прочитывается,
которые мы просим, чтобы Господь послал своего Духа на нас. А дальше священник, я все время говорю священник вместо предстоятель, просто иногда заговариваюсь, можно на это делать скидку, предстоятель, да, потому что может быть епископ в этот момент, благословляя дары, говорит: «И сотвори хлеб сей, честное тело Христа твоего». Да, диакон произносит аминь. А дальше говорит: «А то, что в чаше сей, честную кровь Христа твоего». Диакон также произносит аминь, и дальше священник продолжает: «Приложив духом твоим святым». То есть приложив, изменив, да, преобразив святым твоим духом. Вот. В этот момент троекратно произносится аминь диаконом, в некоторых приходах весь алтарь произносит аминь, а в некоторых и весь храм трижды произносит аминь. Это очень красивая тоже древняя традиция. Вот. И в этот момент мы знаем, что дары уже действительно преображены, и на престоле уже не хлеб и вино, а тело и кровь Спасителя. В какой конкретный момент это происходит, мы не знаем, но мы знаем, что к этому моменту действительно вот уже на престоле тело и кровь Спасителя. И происходит поклонение святым дарам обычно. Вот, то есть в дни, когда совершаются земной поклон, в остальные поясной. Вот. И священник молится, чтобы эти дары были причащающимся в приобщении Царства Небесного, в исцелении души. Вот. И дальше говорит: «Мы еще приносим тебе словесную сию бескровную службу о вере скончавшихся праотцах, отцах, патриархах, пророках, мучениках, апостолах, евангелистах, воздержниках, бессребренниках и о всяком духе праведном, вере скончавшимся, изрядно, то есть особенно, о пресвятии, причистии, при благословении, славней владычице нашей Богородицы и преснодеве Марии». То есть мы эту жертву приносим не только о себе, не только о своих живых и усопших, которых мы поминаем на литургии, но и о святых. Вот, то есть мы приносим эту жертву и ради них. Вот, это тоже очень интересно, что мы поминаем на литургии святых. Вот, ради них приносим эту жертву. И дальше поется Богородичное песнопение: «В обычные дни достойно есть, в дни Великого Поста на литургии Василия Великого о тебе радуется, в праздничные дни за достойника». Вот сейчас пасхальный период, ангелы вопияши. Да? И в это время духовенство упоминает живых и усопших, всю церковь, и в этот момент можно еще раз особенно помянуть своих родных и близких, которых мы хотим вот помянуть перед престолом Божьим, потому что таким образом мы присоединяемся к общей молитве духовенства в этот момент. Вот, в частности, из таких недавних относительно святых, отец Иоанн Кронштадтский советовал как раз в момент пения «Достойно есть» еще раз помянуть всех своих живых и усопших, которых мы поминали до литургии. После этого поминовения заканчивается, собственно, вот эта большая длинная молитва анафоры, которая не прерывалась. Вот это все была одна молитва, вот, начиная с «Достойно и праведно» и вот до нынешнего момента. И заканчивается она поминовением. В-первых, говорит представитель: «Помяни, Господи, великого господина и отца нашего, святейшего патриарха, епископа области поминаем». Вот, и дальше такие слова: «Даруй их святым твоим церквам», то есть каждого на свою кафедру, патриарху там, Московской церкви, нашего епископа нашей церкви, да, вот, «в мире цело, честно, здраво», то есть мирного, чтобы у него было мирное устроение. Слово «целый» близко к слову «целомудренный», на современный язык было бы переведено, наверное, словом «адекватный». Вот, мы тут общались с одним исследователем греческого языка, он говорит, что вот по смыслу это как бы «адекватный», вот, близко к этому значению. «Честный» – это в смысле, не в смысле, что он такой, вроде как все время такой нечестный, а тут, чтобы он был честным. Да? «Честный» в смысле «почитаемый», вот, чтобы его было за что почитать, его действительно почитали. Ну и «здоровый», понятно, да, чтобы он мог служить. Вот. И дальше хор поет «и всех, и вся». Обычно это воспринимают как? Ну и всех, и все. Вот. Те, кто знакомы со славянским языком, очень справедливо воспринимают эту форму как слово «все». «Вся» в смысле «все». Но здесь, опять же, очень трудно переводимое место, потому что в греческом это местоимение «все» во множественном числе имеет еще и род. Так вот, здесь упоминаются «и всех», это в смысле «мужчин», и «вся» – «женщин». Вот. То есть мы упоминаем
епископов наших, и потом говорится и мужчин, и женщин всех наших поминаем. Причем это очень важно, потому что христианское богослужение, оно вспоминает о женщинах. Вот, вообще древний мир очень редко об этом, о них вспоминал. Вот, а все-таки, как апостол говорит, во Христе нет ни мужеского пола, ни женского, да, и отношение к женщине именно в христианской среде все-таки было таким, что их поминают отдельным образом на богослужении. Вот, и мы молимся, вот завершается наша молитва, молитва и о всех мужчинах, и о всех женщинах. Вот. Ну и дальше происходит, дальше священник говорит, да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами, вот, и хор отвечает, и со духом твоим. Дальше еще одна просительная ектенья. В это время происходит приготовление даров к, непосредственно к причащению, поэтому опять задергивается завеса, потому что сейчас начнут ходить диакона, начнут носить эти маленькие ложечки, будут носить копья для дробления, тарелочки, на которых дробить, там, чтобы вот это все не отвлекало, завешивает катапитасма, завеса. Вот перед Отче наш она опять открывается, молитва читается, опять же, во время этой просительной ктении, которая завершается словами «Исподоби нас, Владыка, с одерзновением, неосужденно смейте призывать и тебе, небесного Бога Отца, и глаголоти, Отче наш» и так далее. Так вот, здесь «смейте призывать и тебе, небесного Бога Отца» – это двойной винительный. «Сметь» – это дословный перевод греческого. Дословно это будет как? «Исподоби нас, Владыка, с одерзновением, неосужденно сметь называть тебя, небесного Бога, Отцом и говорить тебе, Отче наш». Вот. Читается, поется молитва Господня. После нее происходит преподание мира. Так вот, опять же, это преподание мира зачем нужно? Если, как мы говорили, предстоятель на службе поменялся, то к этому моменту он снова встает на свое место, чтобы причащал народ епископ, да, или главный, старший епископ. Поэтому если такая перемена была, то предстоятель, епископ, снова возвращается на свое место, и он, обращаясь к народу, приветствует всех, мир всем, что вот как бы я вернулся. Вот. А если этого не происходило, то это в древнем богослужении этого благословения не происходило, потому что как вот был предстоятель, так он и стоит на своем месте. После этого читается молитва священника, которая упоминает плавающих, путешествующих, болящих, то есть тех, кого нет в храме, или тех, кому надо убежать со службы, кто там не может причащаться, опять же, по болезни, или потому что он в дороге, и вот он уже куда-то торопится. Вот. И причем молитва литургии Иоанна Златоуста, в отличие от литургии Василия Великого, она все-таки подразумевает более широкий смысл. Вот литургия Василия Великого, там молитва все-таки конкретно о тех, вот, кто не причащается. Поэтому, кстати, диакон говорит, главы ваши, Господи, вы преклоните. Это обращаются в первую очередь к тем, кто не причащается и выйдет из храма сейчас. Вот. Но в молитве литургии Иоанна Златоуста там такое говорится, вот предлежащее всем нам во благо изравняй. То есть предлежащее можно понимать и как будущее время, то есть вот изравняй нам, ну, сделай нам добрым будущее время нашей жизни, да, и плавающим сплавай, путешествующим путешествуй, болящих исцели, вот. А с другой стороны, предлежащее можно воспринимать как вот эти вот предлежащие святые дары. То есть вот эти предлежащие дары всем нам изравняй во благо. То есть те, у кого, значит, как говорит апостол, как говорит пророк Иоанн Креститель, там, чтобы всякая гора да понизилась, всякий дол, чтобы возвысился. Вот. И дальше священник молится, чтобы Господь пришел, посетил нас со своего престола славы, царствия, благословил, и благословил священникам преподать честное тело и кровь всем людям. Вот. Дальше возглас вонмим и слова «святая святым». Вот. Ну, толкование слов «святая святым» большинство из вас известно из книги «Не святые святые». Вот. Если кому неизвестно, почитайте. Но вот «святая святым» – это дословно вот, вот эта святыня, да, преподается святым, то есть святым, стоящим в храме. Вот мы святы по своему призванию, а святые дары святы, потому что это Господь. Вот. И хор резонно отвечает «един свят, един Господь». Иисус Христос. То есть говорится, вот эти святые дары вам святым. А хор говорит, ну, вообще-то свят один Господь.
Да, почему он так отвечает? Потому что еще раз подчеркивается, что святость не может быть нами приобретена, накоплена какими-то аскетическими трудами, а освящаемся мы только самим Богом. Только Он один святой, и только Его святостью светятся все остальные святые, как от солнца светятся все остальные звезды. Вот. Происходит причащение священнослужителей в алтаре. В это время поется причастный стих, который в древности также исполнялся подобно прокимну, или подобно антифону, пелся не только один стих из псалма, а так вот пропевался весь псалом. Вот, и, собственно, в конце припевалось «Аллилуйя». Вот это «Аллилуйя» мы слышим, когда уже причастился народ, и священник заходит в алтарь. Мы слышим это «Аллилуйя», которое было окончанием этого псалма. То есть вот очень красивая была традиция, начинали петь псалом с припевами, причащалось духовенство, причащался народ, этот псалом повторялся, и в конце последний припев был «Аллилуйя». Вот, и под этот припев, собственно, дары заносились в алтарь. После того, как дары ставятся на престол, мы благодарим Бога за причащение. Вот, в период после Пятидесятницы поется «Да исполнится уста наше хваление Твоего, Господи», и вот весь богослужебный год до Пасхи. Вот. В это время представитель берет дары и выносит их в царские врата, вот, говоря «Благословен Бог наш» и громко уже всегда, ныне и присно, и во веки веков, аминь, и благословляет чашей народ. Вот. В архиерейской службе, кстати, да, архиерей не идет к жертвеннику ставить дары. Вот, священник уходит, а архиерей просто отдает священнику. Вот это связано с тем, что, как мы говорили, сосудохранилище находилось вне храма, и как вот на великий вход святые дары принесли из этого сосудохранилища, так в этот момент через амвон их и уносили обратно, но архиерей, соответственно, оставался перед престолом, чтобы завершить литургию. Вот. Происходит иктинья благодарственная, где мы благодарим Господа за причастие. После этой иктиньи тоже вполне резонно вслух читалась молитва благодарственная соответствующей литургии. Вот, в это время сворачивается обратно антиминс, вот это место престолия, вот, полагается обратно Евангелие наверх антиминса, и предстоятель в древней традиции выходит читать замвонную молитву. У нас сейчас это делает младший священник. Это связано с чем? Мы говорили, что чин хиротонии, чин рукоположения, часто дает диакону служить первым. Вот. Так вот, и священнику тоже. В древней традиции вот эту ектинью благодарственную говорит первый диакон, а молитву замвонную читает предстоятель. Но постепенно, из-за того, что во время рукоположений туда отправляли, собственно, новорукоположенных, то есть как у нас сейчас это и происходит, да, новорукоположенный диакон читает эту ектинью, или новорукоположенный священник читает молитву. Да, ну, вот если кто присутствовал на хиродонии диаконской или священнической, вы видите, что вот в белом стихаре диакон, вот этот новенький, он, значит, выходит читать свою первую ектинью, это благодарственная ектинья после причастия, он таким образом как бы заменяет в этот момент первого диакона. По логике древнего богослужения. А новорукоположенный священник, читая замвонную молитву, по логике, опять же, древнего богослужения, заменяет предстоятеля. Но постепенно как-то привыкли, что младшие все это делают, и у нас сейчас почему-то это вот и ектинью, и молитву обычно отправляют читать самых маленьких. Вот. А тех, кто вот служил последними на службе. После молитвы замвонной, которая, кстати, имеет в себе темы молитв антифонов, то, чтобы просто, если вдруг кто-то не слышал молитв антифонов, чтобы можно было о чем-то подобном вот помолиться после литургии. Поется 33-й псалом в традиции, собственно, совершения литургии, но часто он у нас опускается, потому что в это время предполагается потребление святых даров. Часто дары потребляются уже после литургии, поэтому этот 33-й псалом, ну, много где не поется, и священник просто выходит, благословляет, говорит благословение Господне на вас. И это благословение, напутственное благословение на уход из храма. Вот, и дальше происходит завершение богослужения, да, то есть слава тебе, Христе Боже, славословие Спасителя и отпуст. Вот, после литургии, по традиции, читаются молитвы по святому причащении. Вот. Причем интересно, что молитвы по святому причащении изначально задумывались как молитвы
которые читаются лично дома, а молитвы ко причастию изначально задумывались как молитвы, которые читаются вместе всеми в храме. Вот. У нас сейчас совсем наоборот, но это исторически так сложилось. В принципе, ну, ничего в этом такого неправильного по смыслу нет. Вот. В основном мы постарались очень быстро пробежать через всю литургию, вот, через все чинопоследование. Надеюсь, что это было несколько интересным и поможет многим из нас более глубоко участвовать в совершении самого главного нашего богослужения, на котором совершается самое главное таинство – причащение тела и крови Спасителя. Давайте отца Андроника поблагодарим, братья и сестры.